Вот такой вот шаблон сейчас будем тянуть гипсовую потолочную розетку. Первый раз этим гипсом делаю, потому что каждый раз что-то новое выходит. Это турецкий альфа-гипс называется. Ну, обычно мы иранским работаем. Иранские гипсы, они очень практичные, хорошие. Я первый раз взял такой турецкий. Не знаю, что получится. Выступаем вот, да? Ты, Андре? А монгол куда пошел? Ну, папа. Папа. Тут стоп, да? Mm-hmm.
biraz öpüldü ama sarılıyor mu? Нормально вышло, вроде бы. Я тут про ракеты считаю уже города. Будем листья лепить на него в следующем видео. Я для этого и вытянул.